Так, ладно, Кали. Кали жесткая, но при всем. Тот чел тоже жесткий. Как же я фармить буду, блин? Вот есть проблема одна, то что я фармить не смогу с Хеймдалем. Так, ладно, сейчас наблюдаем мой посос. Кали в 1 на 1 имба, но она имба только в одном случае, если ты умеешь играть на ней. Так как я мейнер АДК. Ну, мы забились чисто. Это был забив за школой прям. Прям жесткий забив. Он в меня стреляет. Я хэза. Проблема в том, что я за убийцу играю. Типа, лол, вот как мне фармить против АДК? Я вот не представляю, если честно. Ну, джунгли только если фармить. Пусть мою таурку пока пушат. Другого варианта у меня нету. Пока что. Вот куда он пошел? Куда он пошел уже? Он что, уже на что-то нафармил? Нет. Как-то непонятно. А так, а что там спорить, Уткин? Он меня взрючит, как не знаю кого. Это ж АДКшер, я ему особо... Ну, я буду вот так его подкоцывать. Не знаю, если парень знает, что делать, то я тут вообще ничего не сделаю. Понимаешь? Ого, полетел. Ля. Почти в Альгалу улетел. Но я мог бы его убить сейчас на ульте, прыгнуть и убить, типа. Дало бы мне это что-то, вот это хз. Блин, прикинь бы дотикал. Если бы он дотикал, я бы уписался бы со смеху. Можно ману, пожалуйста? Сейчас не хочу обосраться на красном, можно ману мне? Я понял тебя. Ой, плохо. Так, теперь он с красным. Теперь он с красным, окей. Just for fun, как говорится. Офигеть. Я умер. Это просто жесть. Я не умер. Я не знаю почему. Почему я не умер? Не, я не хотел умирать тогда. Проблема в том, что он сейчас быка пойдет убивать. И я ничего уже с этим не сделаю. И будет минус таврка. Плохо. Я бы на его месте быка бы бил. Идет пушить? Да, смотри, идет пушить. Как же у него много урона, я просто в шоке. Вот он меня отталкивает, пол хп у меня нет. Но у него, правда, тоже нет пол хп. И он торнца взял, я не понимаю зачем. Ну что это за урон? Чё за дичь, блин? Ну теперь я точно умер. А! Нет! Все, братан, и красного у тебя нету. К твоему сожалению. Блин, он жесткий. Он жесткий. Типа, я вот не знаю, я взял катану сейчас, но из соображений конквеста. Типа, ну лол, для нее катана очень важна, правильно? Мне нужно бегать за ним и бла-бла-бла. Но он же меня отталкивать будет. Я не буду успевать эту катану даже заюзать, наверное. Вот, смотри. Чё это за урон, блин? Хоть Аси покупай, рили. Не буду его вот так чуть по чуть поддамаживать, хз вообще. Ну давай, утка, давай, давай поспорим, ладно.
Я знаю, что я проиграю, но типа ладно, почему бы и нет. Так, физа. Срочно, какая-нибудь вот такая, естественно. А, я сколок, сука! Забываю про него. Беру желтый. Сейчас будет атака, короче. Сейчас будет драка у нас с ним. Так. Пока нечем хилиться. Ведем по таурку. Сука. Если он не убежит, то он труп. Он убежал. Он быстро придет, кстати. Он портал поставил. Я не знаю, в откате он у него... Да. Красный ему вообще нельзя давать. Это тип... Ну, это минус таварка, ладно. Хотя я почти фуловый, блин. О. Здрасте. Поймает или нет на ульте, как думаете? Мана! Мана кончилась! Сука! Да мана, блин! Можно было взять блинк, можно было взять бицы. Кали это лейт. Дайте я продержу своего феникса до 20 уровня и плюс 2 артефакта еще. И я изи выиграю его. Не, сейчас уже не второй раз не работает подряд. Я же не совсем дебил. Сын, сука. Офигеть, как замедляет. Ну блин, ну не должно быть такого замедления. Чё за дичь, блин? Жопа горит. Это жесть какая-то. Почему, блять, одни АДК в дуэлях? Достанет чи нет? Я сейчас умру. О, ошибка. И у меня ошибка. Нет. Но у меня была ошибка, но нет. Я просто не доставал, я как дебил, блин, играл. О, как жопа горит-то в один на один, а? БК бы по-хорошему убить, но я не убью его сейчас.
А орку хоть спушить. Он не берет почему-то этот лайфстил. Он не берет лайфстил, и из-за этого он не кайтит. Но ему нечем кайтить. А теперь убегать, брат, а теперь убегать. Хорошо, хорошо, все, пошел процесс. Я говорил, дайте мне два артефакта и все. Говорил, говорил. Не верили? Надо было верить. Так. Мне тоже нужен лайстил какой-нибудь, на самом деле. Неплохой он, смотри. Сука. Ой, щит. Это что было? Это какая-то дичь была. Он, кстати, может допушить мне сейчас Феникса. Вообще изи. Тайминги. Интересно, пойдет еще раз? А, ну у него сейчас будет этот. У него сейчас будет откат. Все, мне кажется, сгорел. Жопа сгорела. Все, иди. Ууу, жестко. Жестко, он вроде как понимал, что делает, но вроде как и не понимал. Хорошо.